Тюль – роскошный букет. Да, но ты знаешь, этот тюль я предлагаю не только для тех, кто приобрел наш комплект, но и для тех, кто хочет наполнить интерьер благородством, светом и, конечно же, роскошью. Ведь наш тюль, он поистине уникальный. Это действительно роскошный букет. Так, ну давайте во всем разбираться. У нас 4 цвета на выбор. Ну и начинаем мы с самого богатого. Цвета это цвет бордо. Бордо в сочетании с золотом во все времена считался цветом статуса. Именно бордовые и золотые оттенки украшали самые именитые дома, и не только. Итак, перейдем теперь к золотому оттенку. Ну что ж, золото во все времена считался шиком и блеском. Я хочу отметить, что именно золотые оттенки используют ведущие дома мира. Например, известный во всем мире бренд Этро, золотые портьеры, золотые тюли продают от 100 тысяч рублей. Абсолютно верно, из чистого золота. Но посмотрите, насколько блистательный, насколько сияющий наш тюль, насколько здесь много золота, и что самое главное, две золотые фактуры. И плюс, когда солнышко заглядывает в ваш дом, оно играет еще более сияющий. Отлично. И ваш дом начинает сиять. Ты знаешь, Катя, я вот присмотрела третий цвет, коричневый. Мне нравится, что в нем тоже есть и золотые краски, и блеск, даже какое-то мерцание. И в то же время он более спокойный. Ты правильно, Марина, отметила. Действительно, коричневые оттенки, они очень благородные и достаточно спокойные. Именно коричневый цвет, он более привычен человеческому глазу. Он уникален тем, что прекрасно сочетается как в темных, так и светлых интерьерах. А так как у нас в основном в России, да, многие выбирают бежевые тона для оформления своих домов, то коричневый цвет, конечно же, главенствует во многих домах. Кать, последний вопрос, прежде чем мы представим четвертый цвет. Сколько бы этот тюль в рознице мог стоить? Мариночка, такой тюль в рознице, возьмем такую минимальную цену, будет стоить от 10 тысяч рублей. Потому что наш тюль, он действительно невероятен. Здесь не только комбинация легкой и воздушной органзы, но также необыкновенное тиснение атласа плюс объемные жаккардовые вензеля и еще украшения необыкновенным блеском. Здесь сочетание действительно как в лучших именитых брендах мира. Даже не России, именитые бренды мира создают вот такие шедевры. Да. Но у нас есть, Марин, еще один цвет. Золото, коричневый, бордо, мы видели, какой еще цвет. Итак, у нас есть еще необыкновенный цвет серебро. Давай пройдем к нему, посмотрим. Ой, Кать, вот знаешь, моя мама выбирает всегда белый тюль, но я знаю, что ей предложить поинтереснее. А, ты знаешь, Марин, на самом деле данная модификация, она необыкновенно интересна. Потому что серебро – это уникальный цвет. Плюс у нас здесь идет очень тонкая прорисовка черным цветом, что добавляет данному тюлю элегантности и при этом торжественности. Такой тюль идеально впишется абсолютно в любой интерьер и начнет блистать. Ты знаешь, когда я смотрю на него, то у меня ассоциация с бриллиантами. Вот хотела сказать, ювелирные украшения. Да, бриллианты украшают вас, вы начинаете сиять, так и серебряным тюлем ваш дом начнет сиять и станет настоящим бриллиантом вашей коллекции. Цвет серебро вы сейчас видите, мы его сравниваем с бриллиантом, мы его сравниваем с изысканным колье для вас, а также у нас есть бессменное золото, конечно же, бордо и коричневый, Кать, но золото и серебро это самые востребованные, насколько я могу судить, цвета в этом сезоне. Вот я смотрю журналы, подиум. Ну, ты знаешь, Марин, на самом деле все 4 цвета, они это самые востребованные оттенки, потому что это классика во все времена, это бессмертная классика, которая действительно украшает высокие элитные дома. Но я хочу поговорить о качестве, потому что его величество жаккард украшал, конечно же, еще и дворцы. И украшает по сей день. Слушай, придя,
Там, где музеи, Кать, понятно, там пылинки с него сдувают и никого не подпускают. Но там, где семья, активная жизнь, такое чего не продержится. Вот ты представляешь, на самом деле, какие должны быть шторы в музее, когда там просто неимоверная проходимость. Это даже тебе не дом. На самом деле, не просто так жаккардовые портьеры украшали царские покои. Не поспоришь. Не поспоришь. Только представь, какое количество людей находится там, сколько пыли дернули, все что угодно могло произойти. Но этим и уникален жаккард, потому что жаккард сочетает в себе и роскошь ткани, переливов, объемность фактуры, но и плюс еще необычайная прочность, несмотря на то, что наш тюль достаточно легкий и невесомый. Настолько роскошный тюль – это на самом деле подарок. Ведь у нас это еще и готовый, отшитый тюль шириной целых 3 метра. Подожди, 3 метра – это мы разобрались. Да. Но готовый, отшитый, все равно шторную ленту так или иначе бежать в ателье пришивать. Вот в том-то и дело, Марин, что не надо, потому что наш тюль уже на шторной ленте. А это значит, вам не придется менять карниз, потому что шторная лента – это универсальное крепление. Она подойдет для крючков, для крокодильчиков, в том числе и для колец. И плюс шторная лента создает очень красивую драпировку, более густую, более нежную. Выбирайте уже, как вам больше нравится. А вот на экране вы видите крепление шторная лента. Готовый трехметровый тюль. Самый актуальный и самый живописный, меняющий пространство, цвета. Возьмите несколько тюлей, возьмите 3, получите свою бесплатную доставку, возьмите 4, у вас будет 4 цвета. Но и, конечно, наш эксперт рекомендует сочетать в наборе для гостиной идеальный уют, еще и наш тюль, роскошный букет. Кать, но, конечно, несколько слов хотелось бы поговорить, услышать и о вышивке, о работе. Вообще впечатление, что это ручная работа. Но действительно, жаккард этим уникален. Когда жаккард плетется на органзе, создается эффект ручной работы. Цветы будто парят в воздухе, но что самое главное, ведь это не напыление, это его величество жаккард. Сложнейшее переплетение нитей. Только сегодня успейте заказать прямо сейчас ваш роскошный букет.